Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших дорогих подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте 100 уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все 100 уровня, все платиновые и полностью прокачаны. Ребята, кто хочет такой же топовый аккаунт, максимально прокачанный, пишите нашему подписчику, ссылочка на него есть в описании, и он может вам делать 100 уровень, кучу баксов, мутагена дать. Короче, прокачать его максимально возможно, и вы будете наслаждаться игрой, так же, как и мы, ссылка в описании. Пишите и говорите, что от команды Дитол, и вам будет бонус. Количество бонусов ограничено, успейте их получить, ссылка в описании, играйте и наслаждайтесь на максимум. Да, ребята, все очень легко, а мы отправляемся в турнирную арену Лигу Мастеров, и сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Так, а это у нас составчик от Brawl UT. Так, мой состав, это загадочка. Так, все сделал, подписался, поделился, лайк поставил, колокольчик прожал, все есть. Так, тот, который убил Сплинтера. Ага, это Супер Шреддер. Изи, легко, пока что. Да, черепашка, которая убила Супер Шреддера. Так, черепашка, которая убила Супер Шреддера. Но Лео, наверное. Лео. Да, конечно, да, это Лео. Давайте Лео возьмем мультяшного. Где у нас улыбчивый дружище? Вот он, лидер. И кошка с волосами. Ну, это тигриный. Кошка с волосами. Полосами. Кошка полосы. С волосами. Полосы. А, с волосами. Полосами. Коготь туда, да, изи. Ну да, это у нас тигра. Сейчас мы его возьмем. Вот он, полосатый у нас кошак. И поехали в бой, ребят. Не забывайте, что в видосик у вас все очень просто. Нужно поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Кнопочка прям под видео есть. Поставить лайк и написать, конечно же, 3 персонажа в столбик в комментариях. А лучше 3 загадки. А мы будем их разгадывать в следующем видосе, потому что вы попадете в него. Потому что все сделаете правильно. Все верно. Так, ну что же, погнали против... Эйприл. Эйприл у нас. Да, давай заморозим ее. Заморозочку сразу же применим. Вот так вот выстрелим и 5500 урона. И добьет ее, конечно же, Супер Шреддер. Так, и... Отлично, слушай, изи было. Давай, наверное, Дони будем атаковать, потому что он защиту может повесить. Давай, и, да, мощную конечно, атаку. Проблем. Давай, мощную атаку от Лео, прям по Дони. И Дони у нас покидает эту игру. Так, у нас бельчатки летят, а это опасно. Так, бельчата у нас атаковали и Слэш атакуют. Да, Слэш, ребята, атакуют, но очень слабенько. А вот Бакстер стал неплохо. Атака. Да, согласен. Так, ну что, майки, может, не стоит? Давай Бакстера атаковать. Давай Бакстера мачете от нашего полосатого тигры. 3700 слабоватенько. Что-то у нас у Супер Шреддера хелтиков-то маловато осталось. Надо быстрее атаковать. Да, нужно поторопиться, и достается 4000 урона, и Лео его сейчас добьет. Да, очень быстро, хорошо. Майки, как обычно, уходит в невидимость, прячется от проблем и думает, что его никто там не найдет, но это неправда. Так, ну что у нас теперь? Слэш атакует. И пусть смотри, достаточно мощный, кстати говоря. Так, а теперь тигриный коготь. Ну-ка, да, обычно атаку. Да, это массовая, ее использовать не будем. 4500, кстати, очень неплохо. Супер Шреддер почему-то страдает от постепенного урона уже сколько ходов подряд. И добивает, нет, не добивает. И Лео добьет. Да, Лео добивает, и у нас остается один Майки, и он рьяно прям бьет Супер Шреддера, хочет его одолеть, но я думаю, что у него не получится. Так, массовая атака, но смотри, защиту понижаем очень хорошо. И еще одна массовая атака от нашего Супер Шреддера. Слушай, постепенный урон столько времени держался и до сих пор не пропал, какой-то неистовый просто постепенный урон. Классная победа, все мы победили, все у нас наши герои остались, и мы отправляемся дальше. А это у нас будет составчик от нашего подписчика Облака 5. Так, Облака 5. Так, привет, команда Дитол. Я подписался, поставил лайк, мой состав загадка. Эмодзи. О, у нас здесь смайлики, ты представляешь? Вот это круто. Прикольно. Это очень интересно. Уже было у нас такое один раз, мне кажется. Так, у нас здесь пицца и черепашка. Ну, это, конечно же, майки. Дальше так, кошка, да, и мороженое. Такая тоже у нас есть морозильная кошечка. И мышь. Серая мышь. А это у нас Сенсей Шреддер Супер Мышь. Так, Сенсей Шреддер Супер Мышь. Давай ее быстрее возьмем его. Кошечку пропустил. Вот она. Вот он. Да, полетели, ребята, не забывайте, нужно поделиться, подписаться, поставить лайк и, конечно, написать ваши составчики в комментариях, а лучше пишите загадки. Так, ну что, давай Шреддера атакуем, сразу же двойной атак и мощный, прям разик, и 2. Ну вот так вот, Майки, конечно, слабенько атакует, но что поделаешь, такой вот он у нас Майки. Мощная атака от Сенсея. Сенсей, красавчик, добивает, и кошечка теперь царапает, я не знаю, ну давай Лео будет царапать, да? Ну давай, ну, наверное, все-таки отправим наш мороженый клубочек, вот такой вот, бам, и заблокировали. 2300. Способность оглушили. Так, Сенсей атакует, мощная атака, кстати. Очень мощно. И Майки, что, в невидимость упал? Да, Майки, как обычно, спрятался, испугался Майки. Ой, у кошечки что-то с хаосами проблема. Так, ну что, буякаша. Слушай, мне кажется, что-то мы можем проиграть сегодня. Ну что-то как-то да, у нас не особо так сильно идет бой. Тут остались мощные 2 противника. И нам нужно по сенсею... Ой, всех контратака еще. У нас всех контратака будет, а? А давай скорость повысим нам, а? Ну давай, кстати говоря, это будет лайфхак, будем чаще контратаку получать. Да, это да, согласен. Давай скорость повысим, вот так вот, ну хотя бы кошечку засейвим, потому что, видишь, хелсов-то не осталось мало, а вот что-то противное. Кстати говоря, мы можем уклонение повысить, у нас же Майки есть крутой. Да, давай так и сделаем, попробуем повысить уклонение. Ой-ой-ой, атака прошла. Уклонение вешаем. Теперь уклонение вешаем, да, наконец-то, здесь нам это поможет. Ну, может быть и поможет. Ну что, пойдем пытаться атаковать. Так, контратака, уклонение. Вот, а в ответ что все-таки попало. Надеюсь, что вот корчика все-таки сможет нормально атаковать, и в ответ ничего не получится. Мимо! Нет, атака проходит, ребята, и у нее хелсов нету. Все, ее добили, к сожалению, кошечку. Ну что, жалко. Рвемся в бой. Погнали. Атакуем. И сенсей теперь, кого он будет атаковать? Вот то, что Сенсей бьет, в ответ получает. Да, ребята, получает в ответ. Вот здесь как раз контратака... Ой, уклонение сработало у нас. И мы не добили зайца. Да что ж такое? Да, ой, слушай. Так, ну что, Сенсей в ответку 4000. И, в принципе, на самом деле у нас появились все шансы победить. Двойная атака добьет Сплинтера. И остается только Майки. Да, Майки, даже буякаша у нас откатилась. Ты представляешь, как долго мы уже файтимся. Так, 2000 всего лишь, слабая очень атака от Майки прошла, и Бельчата, ай-яй-яй-яй, это сильно будет. Это будет больно, но Сенсей в контратаке врывается 2200 и добивает. Вот так вот, победа, 10000 крит, правда, не все остались у нас живых, но составчик крутой. Так, ну что, поехали дальше, у нас следующий состав от нашего подписчика, это Ютубчик Лайк. Ох, ютубчик очень любит лайк. Прикол. Да, ставьте лайки, ребята, не забывайте. И, конечно же, ребята из Дитол, сделайте состав такой, загадочка. Он большой и он с булавой. Отлично. Он большой и он с булавой, прикол. Ну да, есть такой у нас, это слэш. Так, он обезьяна и друг Дони. Обезьяна тоже есть. И третья загадка стала Кунаичи. Ага, обезьяна есть. И Эйприл Кунаичи у нас. Сейчас мы ее найдем. Хорошая загадочка. Давай найдем быстренько. Вот она, поехали, ребята. Не забывайте делиться, ставить лайки и, конечно же, писать ваши составы в комментариях. Тогда точно попадете в видосик. Так, ну что, у нас здесь голуби. Давай с него начинать. Прям присядем на него. Слэш, я думаю, его раздавит. О, с первого раза раздавит. Вот так вот. Не выдержал такого натиска сильного. И что у нас тут? Теперь можно переключаться на Дони, потому что он уклонение может повесить, но достаточно неприятный противник. Так, это у нас массовая, ну что, гипноз, я так понимаю, да? Да, давай гипноз используем. Давай, 2800, веер от Эйприл Кунаичи залетает прямиком в Дони. И, ох ты, лечится, смотри, вот лечится и в невидимости. Вот уже 3-й раз у нас Майки, да, попадается? Постоянно сегодня Майки есть. Да, согласен. И постоянно уходит в невидимость. Зачем он прячется? У нас везет на него. Так, Рокфель рвется в бой, по кому он будет атаковать, интересно. Доктор Рокфель достается, да? Очень сильно достается. Летят маузеры в нас еще очень плохо. Это, ребята, мощные очень атаки. Я думаю, что обезьянку мы все-таки потеряем. Да, к сожалению. Так, а кто у нас здесь? Давай атаковать. Шлепок? Кстати, да? Давай-давай. Здесь у нас обычная атака веером. На 2700 неплохо. Подлечится Майки, еще там еще и бельчат своих кидает постоянно, пока доктор Рокфель, я так понимаю, да? А нет, чуть-чуть. Нет, пока что выжил. Держится, но вот, по ходу дела, вот уже сейчас точно его потеряем. О, опять массовая. Как они массовыми-то нас забрасывают. И смотри, у Слэша тоже нет хелсов. Что творится вообще? Что происходит? Надо добивать, срочно добивать хотя бы мощной атакой. Давай, Слэшик, да не добил еще, ну что ж такое. Ну-ка, смотрим. И... выживает. Добили, и теперь у нас Слэш такой. А Слэш у нас, смотри, защиту-то повесил. У нас гипнотически мощная атака. И, да, что ж вы по нему бьете-то? Смотри, защита работает, ну и Майки. Смотри, мы потеряли его, и остается только Эйприл, наш Кунаичи, и массовую атаку она использует против Майки. О, разряд, ребята, мощная очень атака, бам, 5500, но здесь уже 100%, я думаю, мы должны победить. Веер! Вот уже он подлечился, Так, вот 4000. Так, вот, и теперь он атакует. В невидимость уходит, да, спрятался. Все, такой, типа, меня нет, я в домике. Но, дружище, не там-то было. Не забывайте ставить лайки, ребята, конечно же, подписываться и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Дитол, до новых встречных видео. Пока. Пока.